Ребята, привет! Меня, честно говоря, немножко достали всякие слухи, выдумки, вымыслы о том, что к нам на рынок поступает огромное количество поддельных пуль GSB. Якобы их штампуют вручную в Таиланде, в Китае, где только не штампуют. Поэтому для того, чтобы развенчать этот миф, я вам хочу показать, как все это дело делается и сколько времени занимает. Я уже давно работаю с высококачественными матрицами, которые выпускаются H&M. Ребятами, это дедушка Джонни Ли из Китая. У меня есть две такие матрицы, и я штампую периодическими пули. Какого-либо преимущества перед GSB, на мой взгляд, они не имеют, но системный отстрел я буду делать позднее. Итак, давайте мы с вами засечем время. Сколько нам потребуется времени на то, чтобы сделать 24 пули. Смотрим. Время сейчас у нас с вами... Видим? 12:43. Что нам нужно сделать первым образом? Это отмотать себе проволоку. Проволоку мы используем 4,5, 4 мм вру, для того, чтобы клепать 5,5. Вес заготовки должен быть как минимум 2,2 грамма, для того, чтобы делать пули массой 1,645 грамма. Это важно для того, чтобы формировать качественную юбку. Далее мы берем эту проволоку, очищаем ее тряпочкой, протягивая, и нарезаем заготовки. Давайте на всякий случай 25 кусков сделаем. Все, нарезки готовы. Нарезано. Проверяем массу нарезок, не ошибся ли я с чем-нибудь. Масса 2,17. В общем-то, этого достаточно. Так, переходим на следующую позицию. Собственно, как выглядят матрицы. У меня есть волшебный чемоданчик. Так, мы с вами берем вот эту матрицу. Выглядит все это дело вот так, очень-очень плотно собирается. Матрица уже собрана, мы на этом сэкономим время. Протягивается матрица с усилием 25-30 ньютонов на метр динамометрическим ключом специальным. Что мы делаем? Мы в матрицу, как она устроена, вы увидите чуть позже, загружаем 12 кусочков свинца. Достаем правильные пуансоны. Также нам потребуется нож вот такой вот, для того, чтобы срезать лишний свинец. Первым делом мы прожимаем свинец, чтобы он приобрел первичную. После этого мы берем второй пуансон, которым придаем форму юбки. Он вот такой вот формы. Первичная формовка готова. У нас вылезло много свинца лишнего. И нам необходимо его срезать. Матрица очень форма эта сделана с минимальными допусками, поэтому вот эта вот крышечка садится очень-очень плотно, с минимальными зазорами. Бывает, что ее сложно вытащить. Видим, что у нас здесь образуется, да? Берем хорошо заточенный нож, прижимаем его и срезаем. Для того, чтобы получить более правильной формы юбку, необходимо еще разок продавить пуансоном для юбки.
Готово. Теперь мы делаем последний срез. Немножечко совсем свинца на этом этапе обычно вылезает. Мы его удаляем. Получаем вот такую вот форму заготовки. Переставляем сторонами. Пластинки. И загружаем сюда 12 кусочков проволоки. Тоже процедура. Сначала формуем основную. Теперь с тем же успехом продавливаем форму юбки. Снимаем, отрезаем. Еще раз для того, чтобы убедиться, что форма юбки будет идеальная. Еще раз прожимаем. Легким движением руки обрезаем лишнее. Собственно, пуля готова. Теперь нам осталось раскрутить форму. Ну, собственно, смотрим время. Вот столько времени у меня ушло на изготовление 24 пулек. Так, ребят, в продолжении первой части видео напрессовали пуль. Давайте им постреляем. Китайские, которые как бы поддельные. Посмотрим, что могут. Стрелять будем по мишени БР Восток. Неполноразмерный, собранный из тренировочных. Потому что полноразмерный у меня нету. Ветер сегодня совсем не сильный. Позволит оценить кучность, я надеюсь. Нижняя правая пристрелочная. Thank you.
стреляй без щеки. Щеку отдал переработку. Поэтому не очень привычно, не очень удобно. Ну, в общем, если у всех такие подделки, я рекомендую всем запастись по тонне. Летят они вполне достойно. Ну, если вы найдете такие подделки, покупайте. Касательно бюджета, для понимания, чего сколько стоит. Пресс-форма стоит порядка $850. Ее доставка сюда стоит от 200 до 250. Это тяжелое изделие, порядка 7 килограммов. И отправляет их производитель исключительно UPS, DHL и прочими, поэтому это дорого. Чемоданчик к ней, ножичек, там еще порядка 100 баксов. Нож для нарезки, ну сами купите какой-нибудь от Рубанка, подходит. Пресс 15 тысяч. Чего еще остается? Динамометрический ключ на 30 ньютонов метров, порядка 4-5 тысяч, такие относительно недорогие. Ну, свинцовая проволока, 300-350 рублей килограмм. Временные затраты на изготовление сапуль порядка часа. Вот все это дело посчитайте, сколько стоит. А потом просто подумайте логически, а не как многие там орут подделки, насколько целесообразно подделывать эти пули по временным и денежным затратам. На мой взгляд, просто бредовое какое-то предположение. Ладно, ребят, с прессовкой разобрались. Пресс-форма, на мой взгляд, классная. Пули летят. Степ, тебе понравилось, как летят? Да. Вот Степан тоже стрелял, ему тоже понравилось, как летят. Все, всем пока, до новых встреч.